Настоящий праздник для детей и родителей. В городе Петухово состоялось открытие нового детского сада на 240 мест. Хорошие дети сегодня. Благострой наконец-то закончили и превратили его в нормальный объект для ребятишек, для жителей города. Я бы хотел сегодня предложить, знаете, вот такими же данными темпами разбираться с остальными проблемами. Детский сад обещали построить еще 5 лет назад, но из-за недобросовестности подрядчиков сроки сдачи долгожданного объекта постоянно оттягивались. Проблема была решена только в ноябре прошлого года, после визита на строящийся объект главы региона Вадима Шумкова. Этот детский сад у нас начал строиться с 2011 года. Это долгострой, но сейчас мы закончили строительство детского сада, чему, конечно, очень рады. Спасибо застройщикам, которые вот этот последний год активно очень строили. Ну, конечно, для нашего города это очень такой современный детский сад. В новом здании светлые просторные группы. Для детей закуплены игрушки и мебель, а также все необходимое для занятий спортом и творчеством. Детский сад оснащен современным пищеблоком и прачечной. На территории дошкольного учреждения установлены детские площадки. У нас там 2 спортивных зала. Значит, музыкальный зал, зал для изобразительной деятельности. 13 групп у нас там, все очень такие уютные, значит, группы, спальни. На данный момент запускаем пока 8 групп. И в течение посмотрим, как само здание будет у нас работать, как будет работать оборудование. Мы планируем пока 144 ребенка. Остальные 5 групп планируют запустить уже в следующем году. После вот запуска этого нового детского сада, значит, у нас очереди в городе Петухово, дошкольного учреждения не будет. Что, конечно, нас очень радует, по крайней мере, не будет проблем. Раньше были большие проблемы, большая очередь была. Вадим Шумков отметил, что строительство и ремонты дошкольных учреждений в Петухово будут продолжены. Алла Маковеева, Тимур Нусулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру».